بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتكلم بإذن الله تعالى عن أولا التوحيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وشرف الشيخ والضال هو الله. Говорит, сегодня за дозволение Аллаха поговорим в первую очередь о таухиде, о единобожии. Ар-рукн ал-аввал мин аркан ал-ислам шахадат алла илаха илля Аллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу. И первым столпом ислама является свидетельство, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха, и то, что Мухаммад его раб и посланник. Нам афа лабуд ан иза арада ай ахад ан ядхул фи ад-дин ал-ислами лабуд ан яшхад ва ш-шахада هي قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الجوارح والقلب. И говорит, какой бы человек ни хотел принять ислам, в первую очередь он должен засвидетельствовать свидетельство своим языком, будучи убежденным в своем сердце, и делать дела, соответствующие этому свидетельству, своими органами и своим сердцем. نعم. فهو أي العبد الآن يشهد أن لا إله أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله وكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. И каждый кто и когда человек свидетельствует, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха. نعم. Он свидетельствует о том, что никто кроме Аллаха не достоин поклонения. И кому поклоняется кроме Аллаха, то это является заблуждением. فلا إله لابد فيها من نفي وإثبات كفر بالطاغوت وإيمان بالله سبحانه وتعالى. И свидетельство Аллаха, свидетельство ля иляха илляллах, то есть нет никого достойного поклонения кроме Аллаха, включает в себя два условия, то есть две вещи включает. Это подтверждение отрицания. Отрицание того, что все, кому поклоняются кроме Аллаха, это заблуждение, и то, что поклонение достоин лишь только один Аллах субхану ва тааля. Да. وبهذا نفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. И мы уединяем Аллаха субхану ва тааля во всех трех видах таухида, то есть во всех трех видах единобожия. Это единобожие в господстве Аллаха, таухид рубубия, и единство Аллаха субхану ва тааля в поклонении ему, таухид улухия, и единство Аллаха в его именах, атрибутах, это таухид аль-асма и ас-сифа. نعم. أيضا بعد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد لابد أن يفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. И точно так же, как мы уединяем Аллаха субхану ва тааля в поклонении ему, таким же образом мы должны уединять пророка саллаллаху алейхи ва саллям в том, что мы следуем только лишь за ним. وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. И человек свидетельствует этим свидетельством, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он раб Аллаха, которому не поклоняются, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, за которым следуют и которого не слушаются. ليكون بهذا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا به. И поэтому мы должны подчиняться пророку сам во всем, что он сообщил нам. ولا يمكن أن نقدم طاعة أحد على طاعة عليه الصلاة والسلام وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. Подчинение кому-либо ставить прежде, чем подчинение пророку сам, потому что подчинение пророку это есть подчинение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. Также мы должны верить во все то, что нам сообщил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И также должны, то есть, сторониться всего того, от чего нас пророк сам запретил и предостерег. То есть, отстраниться как можно дальше от этого. И не поклоняться Аллаху никак иначе, кроме как это узаконил пророк саллаллаху алейхи ва саллям.